Кто не пошел туда вперед, сейчас Романенко. Подача. И Молодцов не дотягивается до этого мяча, к сожалению. Ну, я думаю, что вполне возможно, что это была последняя атака. И как только сейчас мяч будет водить Олег Чуваев, прозвучит финальный свисток. Хороший был матч, нужно констатировать это. Три забитых мяча мы увидели. Ну и Томь подтверждает тот факт, что эта команда отлично играет на выезде. Пятая победа в пяти встречах, друзья. Но надо все-таки поаплодировать футболистам «Сокола». Сегодня нам противостояла отличная команда, прекрасный клуб. Всем-то мячам желаем исключительно победы и, конечно, борьбы за выход в премьер-лигу. Очень импонирует ваша игра и, конечно, тренерский штаб. Поэтому, друзья, всем, конечно же, здоровья. Спасибо, что были вместе с нами. И увидимся на футболе. Всем пока.